I'm very happy to be here. Я очень рад быть здесь. I'm from Singapore. Я из Сингапура. It's such a small dot. Это такая маленькая точка. If we put it in Siberia, it'll disappear. Если вы ее в Сибири поместите, она просто растворится. I love the Russian people. Я люблю русских людей. I've been many, many years to Siberia. Я много-много лет был в Сибири. They're all so friendly, so open. Они настолько дружелюбны, настолько открыты. And you know there's a prophecy that revival will start in Siberia and go to the rest of Russia, to the rest of Europe. И вы знаете, что есть пророчество о том, что пробуждение начнется в Сибири и пойдет по всей России и перекинется на Европу. And if that's the prophecy, и это пророчество. Then every one of you have a part. И если это верное пророчество, то тогда у каждого из вас есть часть в этом. Every one of you will take the gospel to all of Russia. Каждый из вас понесет Евангелие по всей России. Some will take it across the world. И некоторые возьмут его через весь мир. So today, и поэтому сегодня I want to talk to you, и я хочу говорить с вами about the kingdom of God. О Царстве Божьем. What are the keys to the kingdom of God? Что это за ключи от Царства Божьего? If you look at John chapter 3 verse 3, it talks about except that you are born again, you shall not see the kingdom of God. В Иоанна 3 главе 3 стихе написано, что вы не можете войти в Царство Божье, если не будете рождены свыше. And John chapter 3 verse 5, except that you are baptized in water, you shall not enter the kingdom of God. И также в 5 стихе 3 главы сказано, что вы не можете войти, если не будете рождены от воды. So when we do that, then we enter the kingdom of God. И поэтому, когда мы делаем это, мы входим в Царство Божье. What do we find in the kingdom of God? Что мы находим в Царстве Божьем? What is in the kingdom of God? Что находится в Царстве Божьем? Many of you, as a small child, многие из вас, как маленькие дети, has been brought on the fairy tale of Alice in Wonderland. Вам в детстве, наверное, рассказывали сказку о Алисе в стране чудес. Alice in Wonderland. Алиса в стране чудес. When she went into Wonderland, когда она пришла в эту страну чудес, everything was different. Все было как-то не так. The small butterfly, маленькая бабочка, became like a giant. Стала огромным гигантом. Little insects became like big monsters. Маленькие насекомые стали огромными. The world was like turned upside down. Мир как будто перевернулся с ног на голову. Everything's not the same. Все было не так, как обычно. It's different from the real world. Оно отличалось от реального мира. The kingdom of God. Царство Божье. When you enter the kingdom of God, когда вы входите в Царство Божье, it is a different realm. Это абсолютно другое измерение. Romans chapter 14 verse 17 says the kingdom of God is righteousness, peace and joy. В послании к Римлянам 14 главе 17 стихе сказано, что Царство Божье это праведность, мир и радость. Righteousness, peace and joy. Праведность, мир и радость. That we all really know. Вот это мы все знаем. Because when we first become Christians, потому что мы становимся христианами, we are taught about righteousness, we talk about the peace of God and the joy of God. Нам, когда мы становимся христианами, нас учат о том, что такое праведность, о том, что такое мир и о том, что такое радость в Духе Святом. And the church has been very faithful in preaching this. И церковь очень верная в том, чтобы проповедовать об этом. But you know, I want to talk to you. Но знаете, хочу говорить с вами. What the Bible says. О том, что Библия говорит. About another aspect of the kingdom of God. О другом аспекте Царства Божьего. Look at 1 Corinthians chapter 4 verse 20. 1 Коринфянам 4 глава 20 стих. It talks that for the kingdom of God is not in word but in power. Там сказано, что Царство Божье не в слове, но в силе. The kingdom of God is a God, kingdom of power. Царство Божье – это царство силы. You see, in the kingdom of God, знаете, в Царстве Божьем, water is no obstacle. Water is no obstacle. Вода – это не преграда в Царстве Божьем. In Mark chapter 6, verse 48, Jesus walked on water.
В Марка 6 главе сказано, что Иисус ходил по воде. Even Peter walked on water for a while. Даже Петр прошелся по воде. So in the kingdom of God, water is no obstacle. И поэтому в Царстве Божьем вода не является препятствием. In the kingdom of God, nature obeys your commands. В Царстве Божьем природа повинуется вашим словам. In Matthew 8:23-26. В Матфея 3 сказано, the disciples were in the boat, there was a big storm. Что ученики были в лодке во время большого шторма. And Jesus just stood there and said, "Peace, be still." А Иисус встал и сказал: "Успокойся." And the storm became very calm. И шторм успокоился. You know, last year I was in Pakistan. Знаете, в прошлом году я был в Пакистане. We went to the meeting. Мы пришли на собрание. The weather forecast says that there will be heavy rain. И все прогнозы погоды говорили о том, что будет очень сильный дождь. So as we went to the grounds of the meeting. И поэтому, когда мы собрались на место собрания, the rain started falling. Начал падать дождь. I see people start going away. Я увидел, как люди начали расходиться. Very desperate. Очень они были разочарованы. If it keeps on like this, I have nobody to preach to. И если бы так продолжалось, то не осталось бы никого, кому бы мне нужно было проповедовать. So I looked up to the sky. И поэтому я посмотрел на небеса. And I said, in the name of Jesus. И сказал: во имя Иисуса. I command this rain to go away. Я повелеваю этому дождю уйти. And the rain began to stop. И дождь остановился. So we had a meeting. И у нас продолжилось собрание. Next night, another forecast heavy rain. И на следующий вечер тоже обещали сильный дождь. Same thing happened. То же самое произошло. Commanded the rain to stop. Я повелел дождю остановиться. No rain. Не было дождя. On the third night, same thing happened. На третий вечер то же самое произошло. Commanded the rain to stop. Повелел дождю остановиться. No rain. Никакого дождя. Praise the Lord. Слава Богу. On the fourth night, we were going home. А четвертый вечер мы домой поехали. We were going home, we were in the airport. И когда мы приехали в аэропорт, and the pastor got a call. Мне поступил звонок. He said, pastor, over the meeting ground. И он сказал, там пастор был, он говорит: пастор, вот на этом месте собрание. Heavy rain. Там очень сильный дождь. Heavy rain. Сильный дождь. God held up the clouds for three nights. Бог удерживал эти облака в течение трех вечеров. And on the fourth night the rains came. И на четвертый вечер весь дождь вылился. In the kingdom of God. В Царстве Божьем. Nature obeys your commands. Природа послушна вашим словам. In the kingdom of God. В Царстве Божьем. Lack. Недостаток. Is abundance. Это избыток. Lack is abundance. Недостаток – это избыток. In Luke chapter 9, verse 12-17. В Луки 9 главе с 12 по 17 стих. Jesus has been preaching for many days, and people were following him. И Иисус проповедовал много дней, и люди следовали за ним. They were in the wilderness. Они пришли в пустынное место. No restaurant. Там не было ресторанов. No McDonald's. Никаких Макдональдс. Nowhere to eat. И нечего было есть. The disciples says, Lord Jesus, send them away so they can get something to eat. И ученики сказали: отпусти народ, чтобы они могли пойти и купить себе чего-нибудь поесть. And Jesus says, what do you have? А Иисус сказал: что есть у вас? Five loaves and two fish. Пять хлебов и две рыбки. Jesus took up, offered prayer to the Father. И Иисус взял это, помолился Отцу. 5,000 men. 5,000 мужчин. With family, maybe 20,000. Со всеми семьями, может быть, 20 тысяч. Каждый из них, он наелся из этих пяти хлебов и двух рыбок. And they had leftover. И у них еще и осталось. In the kingdom of God, в Царстве Божьем. Lack is abundance. Недостаток – это избыток. In the kingdom of God, в Царстве Божьем. You make wine from water. Вы делаете вино из воды. You can change nature. Вы можете изменить природу. Wine from water. Вино из воды. In Luke, John, in John chapter 2, verses 6 to 10. Иоанна, 2 глава, с 6 по 10 стих. Man sees water. Люди видят воду. Jesus sees wine. А Иисус видит вино.
Man sees water, Jesus sees wine. Люди видят воду, Иисус видит вино. In the kingdom of God. В Царстве Божьем. Crippled limbs. Согнутые конечности. Crippled limbs. Согнутые конечности. In the kingdom of God, crippled limbs are walking limbs. Согнутые ноги, скрюченные ноги ходят в Царстве Божьем. Crippled limbs are walking limbs. Скрюченные ноги ходят в Царстве Божьем. I see them today. Я вижу их сегодня. In the Bible, there was a man 38 years crippled. В Библии был мужчина 34 лет согнутый, с скрюченными ногами. Jesus says, rise up and walk. He rose up and walked. Иисус сказал, встань и ходи. Он встал и ходил. Paralyzed man lying on a bed. Jesus says, get up, take up your bed and go home. Мужчина был парализован и лежал на кровати. Иисус сказал, встань, возьми постель свою и иди домой. Crippled limbs are walking limbs. Искривленные ноги, ходящие ноги. And I can tell you, I've seen this wonderful miracle time and again. И я хочу сказать вам, что я вижу эти чудеса удивительные снова и снова. Last month I was in Pakistan. В прошлом месяце я был в Пакистане. There was a 12-year-old girl. Была 12-летняя девочка там. She was born paralyzed. Она была рождена парализованной. She was crippled. Она была вся скрючена. We prayed for her. We prayed for her. И мы молились за нее. She came on the stage. И она встала на сцену, вышла на сцену. She was walking and running. Она ходила и бегала. In the kingdom of God, crippled limbs are walking limbs. В Царстве Божьем скрюченные ноги — это ходящие ноги. In the kingdom of God. В Царстве Божьем. Blind eyes see. Слепые глаза видят. The deaf hear. Глухие слышат. The dumb speak. Немые говорят. In the kingdom of God. В Царстве Божьем. Life. Жизнь. In death. В смерти. When you see death. Когда вы видите смерть. Jesus is life. Иисус является жизнью. In John 4:50. В Иоанна 4:50. The nobleman's son. Один сын одного начальника. Was dying. Он умирал. He went to Jesus. И он пришел к Иисусу. And Jesus says, "Go your way, your son lives." И Иисус сказал, иди домой, твой сын здоров. And the normal man's son lives. И сын этого человека, он был здоровый, он жил. Lazarus in John 11. Лазарь в Иоанна 11 главе. He was dead. Он умер. Buried a few days already. И уже несколько дней был в гробе. And Jesus went to the tomb. И Иисус пришел туда. Lazarus, come out! Лазарь, выйди! Lazarus came out. И Лазарь вышел. It's fortunate that Jesus called Lazarus, come out. И это удача, что Иисус позвал Лазаря. If Jesus has just said, come out, если бы Иисус сказал просто there выйди, would be Lazarus coming out, there would be John coming out, there would be Peter coming out, there would be so many people coming out of the room. То тогда бы Лазарь вышел, Петр вышел, Иоанн вышел, все бы вышли. Lazarus, come out. Он сказал, Лазарь, выйди. Last year, в прошлом году, my wife's niece, племянница моей жены, she had a massive bleeding. У нее было массивное кровоизлияние. Went to hospital. Прямо в госпитале. On machines. Она была под аппаратом искусственного. Then they check. Ее проверяли. The brain was dead. Ее мозг был мертв. You know, in this world, when your brain is dead, the doctors declare you dead. И знаете, в этом мире, когда ваш мозг мертв, доктора говорят, что вы мертвы. And they want to switch off the machines. И они просто выключают все аппараты. The brother went up to Hong Kong. Но когда мы приехали обратно в Гонконг. And said no. И сказали нет. And he sent messages back to us. И они послали нам послание. Several people. Несколько человек послали нам послание. And we all got down on our knees to pray. И мы все склонились перед Богом, чтобы молиться. She's brain dead, is dead. Ее мозг мертв, значит, она мертва. On the third day she has some activity. На третий день у нее появилась активность. On the seventh day she was discharged from hospital. И на седьмой день ее отпустили из больницы. Today. Today she is working. Сегодня она работает. And she's a volunteer in the healing rooms in Singapore. И она доброволец в комнате исцеления в Сингапуре. In the kingdom of God. В Царстве Божьем. Death. Смерть. Life. В смерти есть жизнь.
And in this kingdom, и в этом царстве we live мы живем the opposite of how the world lives. Противоположно тому, как мир живет. Kingdom of God, we live by dying, dying to self. В Царстве Божьем мы живем, умирая, умирая для себя. In the kingdom of God, we rise by falling. В Царстве Божьем мы поднимаемся, падая. We walk in humility, fall. Мы ходим в смирении, когда мы упавшие. In the kingdom of God, в Царстве Божьем you gain. Ты получаешь, by giving. Когда отдаешь. You gain by giving. Ты получаешь, когда отдаешь. Give and it shall be given to you. Давайте и дастся вам. Full measure, pressed down and overflowing. Мерою полную, утрясенную и переполненную. God says, bring your tithes and offerings to the storehouse. Бог говорит, принесите ваши десятины в дом хранилища. And see if I will not open the windows of heaven. И посмотрите, не открою ли я для вас окна небесные. And bless you. И благословлю вас. That your storehouse cannot contain my blessings. Так что ваши хранилища уже не смогут удерживать мои благословения. In the kingdom of God, в Царстве Божьем you gain by giving. Вы получаете, отдавая. Do you know that in the kingdom of God, знаете вы, что в Царстве Божьем God gives you the divine nature, Бог дает вам божественную природу, that you may never ever sin again, что you may never ever sin again, что вы никогда больше не будете грешить. How many of you would like that, never ever sin again? Кто бы из вас хотел больше никогда, никогда не грешить? Hallelujah. Аллилуйя. Hallelujah. In 1 Peter, verse 4, в 1 Петра, в первой главе, he says, we have to an inheritance incorruptible and undefiled that does not fade away or serve reserved in heaven for you. Там написано, что мы имеем наследие неувядаемое, которое хранится для нас на небесах. And if you go on, there he says that we have been given this divine nature. И если вы продолжите читать, то там написано, что нам дана им божественная природа. In the kingdom of God, в Царстве Божьем, you can call things into being which are not. Вы можете призывать к существованию вещи, которых еще нет. Romans chapter 4, verse 17. В Римлянах, 4 глава, 17 стих. Call things into being which are not. Призывать вещи, которых еще нет. You have a diseased heart. У вас заболевание. We can call a new heart in you. Если у вас заболевание сердца, вы можете призывать новое сердце. We can call a new kidney in you. Вы можете призывать новые почки. Call things into being which are not. Призывать вещи, которых еще не существует. This is your authority in the kingdom of God. Такая есть у вас власть в Царстве Божьем. In the Old Testament, в Ветхом Завете, when people touch lepers, когда люди прикасались к прокаженным, they are dirty, они были нечисты. And they have to be spiritually cleansed. И они должны быть духовно очищены. Likewise, when you touch a dead body, you are dirty. И также, когда вы прикасались к мертвому телу, вы становились нечистым. And you have to be spiritually cleansed. И нужно было бы пройти духовное очищение. In the kingdom of God, в Царстве Божьем, when we touch a leper, когда мы прикасаемся к прокаженным, he is healed. Он исцелен. We touch a leper, he is healed. Мы прикасаемся к прокаженному, он исцеляется. We touch a dead, he rises up. Когда мы прикасаемся к мертвому, он воскресает. This is the kingdom of God. Это Царство Божье. And I'm telling you. И я говорю вам. God is looking for a group of people. Бог ищет людей. Looking to you. Смотрит на вас. To see whether you will live and think like this. Будете ли вы жить таким образом? Will you live and think like this? Будете ли вы жить и думать таким образом? Like the kingdom of God. Как в Царстве Божьем. Hallelujah. Аллилуйя. You know, Jesus commanded us. Вы знаете, Иисус повелел нам. In Mark 16. В Марка 16 главе. Preach the
preach the gospel. Проповедовать Евангелие. And then when we preach the gospel, и когда мы будем проповедовать Евангелие, we are to expect signs and wonders. То мы будем ожидать, что будут чудеса и знамения. Jesus says to those who believe. Иисус сказал: те, кто будут верить. Are you believers? Вы верующие? Are you believers? Вы верующие? Then Jesus is talking about you. Тогда Иисус говорил о вас. To those who believe. Те, кто будут верить. In my name. В имя мое. You will cast out demons. Вы будете изгонять бесов. In my name. Именем моим. You will lay hands on the sick. Вы будете возлагать руки на больных. And they will be healed. И они будут исцелены. Jesus is talking about you. Иисус говорил о вас. You are believers. Вы верующие. Hallelujah. Hallelujah. What is more amazing? Что еще более удивительное? God says you, each one of you, is a powerhouse. И каждый из вас, Бог сказал, является энергостанцией, power, которая полна силы. And He expects you to walk in this power. И Он ожидает, что вы будете ходить в этой силе. Because He has equipped you. Потому что Он снарядил вас. Let us look at the Lord's Prayer. Давайте посмотрим на молитву Господню. You all know the Lord's Prayer. Вы все знаете ее. Our Father, which art in heaven. Отец наш небесный. Hallowed be thy name. Да прославится имя твое. Thy kingdom come. Да придет царство твое. Thy will be done. Да будет воля твоя. On earth as it is in heaven. На земле как на небе. This is the prayer Jesus taught. Это молитва, которой учил Иисус. And if Jesus taught this prayer, God will answer this prayer. И если Иисус учил этой молитве, то Бог ответит на эту молитву. You see, there are no limits in the kingdom of heaven. Знаете, нету ограничений в Царстве Небесном. Any limit you put it there. Всякие ограничения — это те, которые вы поместите туда. God does not put any limits in His kingdom. Бог никаких ограничений в свое царство не вносил. The amazing thing is. Удивительная вещь вот в чем. That God says, you are that powerhouse. Что Бог сказал, что вы являетесь носителем силы. What does God say about you? Что Бог говорит о вас? He says this. Amazing kingdom of God. Он говорит, вот это удивительное царство Божье. Kingdom of God is within you. Царство Божье внутри вас есть. You contain the kingdom of God. Вы вмещаете в себе царство Божье. The kingdom of God, where we touch lepers, they are healed. Царство Божье — это когда вы касаетесь прокаженных, они исцелены. The kingdom of God, where we touch the dead, they are healed. Царство Божье — это когда вы касаетесь мертвых, и они воскрешаются. The kingdom of God, where crippled limbs are walking limbs. Царство Божье — это когда скрюченные ноги начинают ходить. Blind eyes see, deaf ears hear. Когда слепые глаза видят, когда глухие уши слышат, когда немые начинают говорить. This is the kingdom of God. Вот что такое Царство Божье. And Jesus says, the kingdom of God is within you. И Иисус сказал, что Царство Божье внутри вас. Each one of you carry the kingdom of God within you. Каждый из вас носит Царство Божье внутри себя. You are that powerhouse. Вы вот это хранилище силы. And in John chapter 7 verse 17. И в Иоанна 7 главе 17 стихе. Jesus says to those who believe. Иисус сказал, что те, кто будут верить. Out of your belly. Из вашего чрева. Will flow streams of living water. Потекут реки воды живой. And this living water. И эта живая вода. Is the Holy Spirit. Это Дух Святой. The Holy Spirit flows out of you. Дух Святой потечет из вас. That is the kingdom of God. Вот что такое Царство Божье. When the Holy Spirit touches the sick. Когда Дух Святой касается больных. They are healed. Они исцелены. And you carry the kingdom of God. И вы носите Царство Божье внутри себя. Аллилуйя. Аллилуйя. Thy kingdom come. Царство Твое да придет. We are praying for the dominion of the kingdom to come on earth. Мы молимся о том, чтобы правление Царства Божьего пришло на землю. Thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Да исполнится воля Твоя на земле, как на небесах.
Jesus taught us to pray for the kingdom of heaven to come down here on earth. Иисус учил нас молиться о том, что Царство Небесное пришло на землю. He's praying for the reality of heaven to invade earth. Это молиться о том, чтобы реальность небес пришла на землю. So what is free to operate in heaven? И то, что абсолютно доступно для нас на небесах. Should be free to operate here on earth. Оно также должно быть доступно здесь на земле. In heaven. На небесах. Joy. Радость. Peace. Мир. Wisdom. Мудрость. Health. Здоровье. Wholeness. Полнота. Abundant provisions. При обеспечении с преизбытком. They should be free to operate here on earth. И здесь это также должно быть явлено на земле. What is not free to operate in heaven is not free to operate here. То, что не открыто, недоступно на небесах, не может быть доступно на земле. Sickness. Болезнь. Diseases. Заболевания. Spiritual bondage. Духовные оковы. Misery. Ничтожество. It's not free to operate in heaven. Это недоступно на небесах. We pray it's not free to operate here on earth. И мы молимся о том, чтобы это было недоступно здесь на земле. When you and I make this our mission. Когда мы с вами сделаем это нашей миссией. To bring kingdom reality here on earth. Привести реальность Царства Божьего здесь на земле. Your kingdom come, your will be done. Твоя царство да придет. Твоя воля да исполнится на земле, как на небесах. When we make this our mission, когда мы делаем это нашей миссией, lives are set free. То тогда жизни освобождаются. Bodies are restored. Тела восстанавливаются. Darkness lives from people's lives. Тьма уходит из жизни людей. Businesses grow healthy. Бизнесы растут здоровыми. People reconnect with their calling and their purpose. Люди соединяются со своим призванием и со своими целями. Churches grow. Церкви растут. And cities are influenced by the kingdom of God. И города находятся под влиянием Царства Божьего. Powerful prayer. Великая, сильная молитва. Jesus taught us. Которую научил нас Иисус. Your kingdom come, your will be done. Да придет царство твое, да будет воля твоя на земле. As it is in heaven. Так же, как на небесах. Powerful prayer. Очень сильная молитва. And then Jesus says, the kingdom of heaven is within you. И потом Иисус говорит, что царство Божье внутри вас есть. In the kingdom of heaven. В царстве небесном. There are no sicknesses. Нету болезней. No diseases. Нету заболеваний. No storms. Нету штормов. No poverty. Нет бедности. No depression. Нету депрессии. In the kingdom of heaven. В царстве небесном. These things do not exist. Все это не существует. When Jesus was in the boat. Когда Иисус был в лодке. In Mark chapter 4 verses 35-39. В Марка 4 главе. He was sleeping in the storm. Он спал посреди шторма. He was sleeping and the disciples were all afraid there was a big storm. Он спал, а ученики боялись, что вокруг них великий шторм. Jesus slept not to test the disciples. Иисус спал не для того, чтобы проверить учеников. Because there is no storms where he came from, so he can sleep. Потому что если бы не было шторма, то он бы все равно спал. In Mark chapter 11, verses 12-14 and 20. В Марка 11 главе 12-14 стих. Jesus cursed the fig tree. Иисус проклял смоковницу. And then later the fig tree dies. И смоковница умерла. You see, where he comes from, знаете, то, откуда он пришел, in his world, в его мире, the tree is expected to bear fruit all the time. Деревья приносят плоды постоянно. He's the only one that required the fruit of the impossible. Он единственный, кто попросил у этого дерева плод, когда это было невозможно. And he's given you and me the authority. И Он дал вам и мне эту власть, to expect fruit from the impossible. Чтобы ожидать плода там, где это невозможно. Аллилуйя. The Lord wants to take you and me. Бог хочет взять вас и меня, to a place where there is no earthly peril.
в то место, где нету никакой параллели с землей. He wants to take us to a spiritual realm. Он хочет взять нас в духовное измерение. A place where doctors are confounded. В место, где доктора просто находятся, которые в непонимании. We bring the kingdom of God with us wherever we go. Мы несем Царство Божье везде, куда мы идем. And because the kingdom of God is in us. И из-за того, что Царство Божье внутри нас. We impact people. Мы влияем на людей. We impact diseases. Мы влияем на болезни. We impact situations. Мы влияем на ситуации. We impact the world. Мы влияем на этот мир. We impact sickness and diseases. Мы влияем на болезни и заболевания. Hallelujah. Hallelujah. You and I. Вы и я. Are to be a bridge. Мы должны быть мостом. Between heavenly reality and earthly reality. Между небесной реальностью и земной реальностью. God gave you the responsibility to demonstrate the will of God. Бог дал вам ответственность демонстрировать волю Божью. We pray for it. Мы молимся об этом. Thy kingdom come, thy will be done. Да придет царство твое, да исполнится воля твоя. Everyone. Каждый. Every born again child of God. Каждый рожденный свыше ребенок Божий. You are a living miracle. Вы живое чудо. Waiting to explode. Которое просто ждет, чтобы явить себя. With dunamis power, dynamite power. Чтобы явить вот эту силу дюнамис, эту силу динамита. Jesus says, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Иисус сказал, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Every one of you is really waiting to explode with dunamis power. Каждый из вас, он готов для того, чтобы явить эту сильную силу. Dynamite power. Эту силу, как у динамита. To demonstrate the will of God here on earth. Чтобы явить волю Божью здесь, на земле. You see, God brings you to a battle. Знаете, Бог приводит вас к битве. That you are already equipped to win. Для которой вы уже снаряжены, чтобы выиграть ее. God fights for you. Бог борется за вас. There's no question about victory. You will win. Нету вопроса, выиграете вы или нет. Вы выиграете. And God brings you in these situations where He has already equipped you to win. И Бог приводит вас в эти ситуации, в которые Он уже снарядил вас, чтобы вы победили. Listen to me. Послушайте меня. God brings you to face sicknesses and diseases. Знаете, Бог будет приводить вас к болезням и заболеваниям. He has already healed. К тем, которые Он уже исцелил. On the cross of Calvary. На кресте Голгофы. The wounds on the back of Jesus. Вот эти раны на спине Иисуса. By His wounds we are healed. Ранами Его мы исцелились. So God brings you to face these sicknesses and diseases. И поэтому Бог приводит вас к этим болезням и заболеваниям, that He has already healed. Которые Он уже исцелил. You and I. Вы и я. Are to loose this healing in this world. Мы для того, чтобы высвободить исцеление в этот мир. Be healed in the name of Jesus. Будь исцелен во имя Иисуса. That is what you are. Вот кто вы. That is what you are. Вот кто вы. You are a powerful dynamite in the kingdom of God. Вы этот могущественный динамит в Царстве Божьем. This then is the kingdom of God. Вот что Царство Божье. This then is who we are. Это то, кем мы являемся. We are to lose this power on this earth. Мы для того, чтобы высвободить эту силу на земле. We must understand that God has made us this way. Мы должны понимать, что Бог сотворил нас таким образом. Many Christians do not enter into this. Многие христиане не входят в это. Because they think it is pride. Потому что они думают, что они недостойны этого. It is not pride. Но это не гордость. It is what God has made you to be. Это то, кем сотворил вас Бог. So it is not humility to deny who I am.
И это не смирение отрицать то, кем я являюсь. Who God has made me to be. Кем Бог сотворил меня. It is just being stupid. Это называется быть глупым. Most in the church. Особенно в церкви. They are so concerned with not being arrogant. Люди так обеспокоены тем, чтобы не быть... That they embrace this stupidity and call it humility. Они называют вот эту глупость, они называют смирением, чтобы не выглядеть глупым перед людьми. It is not arrogant to embrace who God has made us to be. Но так важно захватить, взять то, кем Бог создал нас. You are a living dynamite. Вы живой вот этот динамит. Waiting to explode in the face of sicknesses and diseases. Который только и ждет, чтобы взорваться перед лицом болезней и заболеваний. That's what God has made you to be. Вот кем Бог сотворил вас. Thy kingdom come, thy will be done. Да придет царство твое, да будет воля твоя. On earth as it is in heaven. На земле, как на небесах. And God says, the kingdom of heaven is within you. И Бог сказал, что царство небесное внутри вас есть. So it is not arrogance to accept what God has made you to be. И поэтому это не глупо принимать то, кем Бог сотворил вас. It is being stupid if you don't accept it. Глупо не принимать этого. God is not honored by me denying what He has done for me. Бог не почитаем, когда я отрицаю то, кем Он сотворил меня. You see, God is justified. Знаете, Бог, Он справедливый in requiring us в том, чтобы просить у нас to do the impossible. Делать невозможное. He's completely justified. Он абсолютно справедлив в этом. Because he says, I will be with you. Потому что Он сказал, я буду с тобой. He is doing the impossible. Он делает невозможное. You just activate it. А вы просто активируете это. Moses. Моисей. God asked Moses to do the impossible. Бог попросил Моисея делать невозможное. And Moses said, "Who am I, God?" А Моисей сказал, "Кто я, Бог?" "Who am I, God?" "Кто я, Бог?" And you know what God answered? И знаете, что Бог сказал? "You are the man that God goes with." Ты тот, с кем пойдет Бог. "You are the man that God goes with." Ты тот, с кем Бог пойдет. You can ask the same question. Ты можешь спросить у него тот же вопрос. Who am I? Кто я? I am a friend of God. Я друг Божий. And God loves to hang out with me. И Богу нравится ходить вместе со мной. God loves to hang out with me. Богу нравится ходить вместе со мной. Jesus says, I will never leave you nor forsake you. Иисус сказал, что я не оставлю тебя и не покину тебя. When we fully embrace what God has done for us, когда мы полностью возьмем то, что Бог сделал для нас, what He has equipped us with, то, чем Он снарядил нас, listen very carefully. Послушайте очень внимательно. Miracles, чудеса, become logical. Станут логикой. Miracles become logical. Чудеса станут логичными для нас. You begin to expect miracles to happen because it is logical. Вы начнете ожидать чудеса, потому что для вас это станет логичным. When you embrace what God has made you to be. Когда вы возьмете то, кем Бог сотворил вас. You see, this is so because healing. И это все потому что исцеление. Points the way to Jesus. Потому что оно указывает на Иисуса. Healing points the way to Jesus. Исцеление указывает путь к Иисусу. Some years ago, I went to Arunachal Pradesh in northeast of India. Однажды я поехал в западную часть Индии. Actually, I only went for a revival meeting of the Baptists. Знаете, я приехал туда на самом деле для служения пробуждения баптистской церкви. But there we prayed for the sick. Но там они молились за больных. And many miracles were happening. И многие чудеса происходили. Cripples were getting up and walking. Хромые вставали и начинали ходить. Blind people were seeing. Люди слепые начинали видеть. Deaf people were hearing. Глухие люди начинали слышать. All within this revival meeting. Все это происходило на этом собрании. And they talk about this outside. И говорили об этом повсюду. And the Hindus outside began to hear of it. И индуисты, которые были вне этого собрания, они начали слышать об этом.
4,000 Hindus. 400 индуистов. Gate crashed a Christian meeting. 4,000 индуистов стали христианами на том собрании. And I'm still preaching a revival message. И я все еще проповедую это послание пробуждения. I'm still praying for the sick. Я все еще молюсь за больных. And I was told after the meeting. И я все еще провожу такие собрания. 4,000 Hindus. 4,000 индуистов приняли Иисуса Христа. You see, healing. Вы видите, исцеление. Points the way to Jesus. Оно показывает на Иисуса. And that's why God has made you what you are. И вот почему Бог сотворил вас такими, какие вы есть. A living powerhouse. Живыми вместилищами силы Его. To impact sicknesses and diseases. Чтобы влиять на болезни и заболевания. I want to read for you. Я хочу прочитать вам кое-что. An excerpt on interview. Было одно интервью. In the Arab TV Al Jazeera. По арабскому телевидению Аль-Джазира. 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 This is an interview with Sheikh Qattani. Это интервью с Шейх Катани. Шейх Амар Аль-Катани. Шейх Амар Аль-Катани. He is the president companion of Lighthouse for the Science of Islamic Law in Libya. Он президент компании, которая занимается продвижением ислама в Ливии. He's like the principal of a Bible college. Это как директор библейского колледжа. He graduates many imams. Он выпустил много имамов. This is what he says. Вот что он говорит. Islam used to represent Africa's main religion. И он говорит о том, что ислам представляет собой главную религию в Африке. And there were 30 African languages that used to be written in the Arabic script. И Коран переведен на 30 языков в Африке. Today, the number of Muslims in Africa diminished to 316 million. Сегодня количество мусульман в Африке увеличилось до 1 миллиарда. Of which 50% are Arabs. Которые являются Arabs. 50%. So the non-Arab section does not exceed 150 million. Практически все арабы, исключая 150 миллионов. The population of Africa is 1 billion. И население Африки сейчас 1 миллиард. То есть 50% населения Африки это мусульмане, и население Африки 1 миллиард. We see the number of Muslims diminished greatly since the beginning of the last century. Но мы видим, как количество мусульман начало уменьшаться в течение последнего века. The number of Christians. И количество христиан have increased by in 1 million увеличилось на 1 миллион in 1992 с 1 миллиона в 92 году to 300 million in the year 2000 до 330 миллионов в 2000 году. Every year. Каждый год. Every hour, 667 Muslims convert to Christianity. Каждый час 667 мусульман обращаются в христианство. Every day, 16,000 Muslims convert to Christianity. Каждый день 16,000 мусульман обращаются в христианство. Every year, 6 million Muslims convert to Christianity. Каждый год 6 миллионов мусульман обращаются в христианство. Sheikh Qattani went on to apologize to the Muslim world. И Шейх Катани должен извиниться перед мусульманским миром. He says Africa as a continent is now lost to Islam. И он говорит о том, что Африка это континент, который теперь потерян для ислама. He went on to say that Islam cannot compete with the Christians. Он вынужден сказать, что ислам не может соревноваться с христианством. As miracles were happening in Africa. Такие чудеса, которые происходят в Африке. The dead hear. Что глухие слышат. The blind see. Что слепые видят. Incurable diseases are healed. Не смертельные заболевания, они исцеляются. The dead are raised to life. И люди мертвые воскрешаются к жизни. And the Muslims hear and they accept Jesus Christ. И мусульмане слышат об этом и принимают Иисуса Христа. Hallelujah. Аллилуйя. And he says,
И он говорит: I fear one day. Я чувствую себя удивленным. We may be overshadowed. Мы, наверное, уже уходим в тень. By a great darkness. В эту великую тьму. Where we do not find Islam in Africa anymore. Когда мы уже больше не увидим ислама в Африке. I would say, Hallelujah! Я бы сказал, Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! You see? Видите? Healing points the way to Jesus. Исцеления указывают на Иисуса. When I say that Jesus heals. Когда я говорю о том, что Иисус исцеляет. And the Muslims see blind eyes open. И когда мусульмане видят, что слепые глаза открываются. They cannot argue with it. Они уже не могут спорить с этим. Healing points the way to Jesus. Исцеления указывают на Иисуса. That is why God has equipped you to be a powerhouse. Вот почему Бог сделал вас вместилищами Его силы. To confront sicknesses and diseases. Чтобы вы противостояли болезням и заболеваниям. Every believer. Каждый верующий. That is you and I. Это вы и я. Have been equipped with a healing ministry. Мы все имеем это служение исцеления. To turn the world to Jesus. Чтобы повернуть этот мир к Иисусу. And to minister this grace to the world. И чтобы служить этой благодатью миру. We are commanded by Jesus. Мы, у нас есть заповедь от Иисуса. The power of God is in everyone. Сила Божья внутри каждого из нас. Thy kingdom come, thy will be done. Да придет царство Твое, да исполнится воля Твоя. And the kingdom of God is within you. И царство Божье внутри вас. Take the kingdom of God. Вот что такое царство Божье. Bring it to face the world. Принесите его миру. Bring it to face sicknesses and diseases. Принесите его этим заболеваниям. And the world will be turned to Jesus. И мир повернется к Иисусу. Hallelujah. 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 Слава Богу! Слава Богу! Tomorrow I will share with you. Завтра я буду делиться с вами. How we release this kingdom of God within us. Как мы можем высвободить царство Божье, которое внутри нас. How we develop it so that it can flow freely within us. Как мы можем развивать это, чтобы это могло свободно течь через нас. To turn Novosibirsk to Christ. Чтобы повернуть Новосибирск ко Христу. To turn whole of Russia to Christ. Чтобы всю Россию повернуть ко Христу. To turn the European continent to Christ. Чтобы повернуть Европу ко Христу. And you have a part to play. И у вас часть есть во всем этом. I want to ask you here today. Я хочу спросить у вас. If this is your desire. Если в этом ваше желание. To release the kingdom of God within you. Чтобы высвободить царство Божие, которое внутри вас. To turn the world to Jesus. Чтобы повернуть этот мир к Иисусу. I invite you to stand up, and I will pray with you. Я приглашаю вас тогда встать, и я буду молиться вместе с вами. Hallelujah. 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 Lord Jesus. Господь Иисус. You see so many hungry hearts here. Ты видишь столько голодных сердец здесь. Who want to fully release what you have given them? Которые хотят высвободить то, что ты дал им. The kingdom of God within them. Царство Божье, которое внутри них. To face a dying world. Которое будет стоять лицом к умирающему миру. To face a needy world. Которое будет стоять лицом к миру в нужде. To turn them into the direction of Jesus Christ. Чтобы повернуть их в направлении Иисуса. So I ask now. И поэтому я прошу тебя. Holy Spirit, Дух Святой, flow into every one of them. Теки каждому из них. Fill them up. Наполни их. And release this power in them. И высвободи эту силу из них. Come, Holy Spirit. Приди, Дух Святой. Raise your hands to receive the power of the Holy Spirit. Поднимите руки свои, чтобы принять силу Духа Святого. Come, Holy Spirit. Приди, Дух Святой. Fill them, Lord. Наполни их, Господь. Fill them to fullness, Lord. Наполни их полностью, Господь.
Come, Holy Spirit. Приди, Дух Святой. We invite you. Мы приглашаем тебя. Touch and feel everyone in this room. Прикоснись и наполни каждого в этом комнате. All those raised hands. Все эти поднятые руки. Meet their needs, Lord. Восполни их нужды, Господь. Fill them the fullness, Lord. Наполни их полностью, Господь. In the mighty name of Jesus. Во имя Иисуса Христа. In the mighty name of Jesus. Во имя Иисуса Христа. Keep your hands up. We worship a bit. Давайте, пусть ваши руки будут подняты, и мы поклонимся Господу. We worship and let the Holy Spirit flow. Поклонимся Господу и позволим Духу Святому течь здесь.